Всем привет, давайте продолжать играть во второго соседа. Начнем с новой игры опять. Мне подписчик посоветовал взять 10 канистр и 2 предохранителя. Но я сам немного поиграл, и получается, что нам нужен всего один предохранитель. Сейчас будем пробовать просто деньги сначала зарабатывать, чтобы нам хватило на все эти предметы рода, так скажем. Так, он уже за мной бегает. Это у нас явно сосед. Нам нужно искать вандалов и зарабатывать тем самым деньги. Они очень любят ломать ларьки. Как раз таки у чертового колеса. А сосед любит за мной гоняться. Так, первый уже пошел. Смотрите, второй пошел громить. Это громилы настоящие. Ох ты, уже громят. Ну-ка, сваливай отсюда. Надо что-то не забыть купить фонарик. Потому что у меня... Ой, где ты там? Потому что у меня сосед может отнять фонарик, если поймает меня. Так. А это же провалиха полная. Ну непонятно, это же еще не день. То есть он меня может ловить сколько хочет, похоже. Я просто таким образом теряю время. Либо когда он меня ловит, у меня вообще реально отнимается время. Так. Он где-то бежит. Вон он бегает. Он похож на гадкого я немножко. По фигуре. Так, ищем вандалов. Кстати, отсюда виднее будет, смотрите. Ждем. А это он, смотрите, стоит, смотрите. Выглядывал. Вау. Прыгаем. Просто ждем, чтобы загорелись красные огоньки. Там горит, что ли? Вау. Ну-ка, еще где? Смотрите. Надо его фоткать постоянно. Ломают, ломают. Чем больше я прогоню вандалов, тем больше денег заработаю. Давайте здесь сократим. Вот так. Соседяра. Так, хватит ломать. Сосед, сосед, сосед. Убегай. Ищем еще вандалов. Где они, где они? Давайте встанем на самый верх. Вон они. Жесть, бежим. Нам нужно зарабатывать. Так, где у нас время? Я не вижу, чтобы оно таяло. Возможно, сосед меня так и так поймает в определенный момент. Я не могу заработать миллион долларов. Да, и потом будем покупать канистры, предохранители, лом, фонарик еще можно прикупить. Главное, чтобы у нас хватило денег. Смотрите, пройти не дают. Пройти не давали. Они сейчас реально все сломают. Я уже спиной иду. Отбегай. Все, бежим далее. Еще ломают, вижу, вижу. Если за соседом бежать, он меня поймает. Резко, 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 резко. Вот так отсюда. О, загорелся еще один. Бам. Перелетные конфеты. Так, кстати, он меня уже испугался. Смотрите, я же могу вот так пробежать, получается. На фонарь. Где сосед? Он кряж какой-то. Там еще один, кстати, вандал бежит. Сосед, сосед поймал. Так будет виднее. Смотрите, как он бегает. Ничего себе. Просто нереальная скорость. И в принципе, если я куплю себе кардиотаблетки, я могу дольше держаться и не получать инфаркт. Так, бежит, бежит. О, кстати, там человечка видел. Бежит, бежит, бежит. Хитрец, смотрите. Сейчас загорится лампочка. Так, где еще-то? Бам. Почему не ломают? Пока что все исследуем. Видите, все начинает дрожать. У меня почему-то не выходит время. Вон, вижу вандалов. Вау, придется бежать нормально. Прям здесь загорелось. Ах ты, не убегает. Не убегает. Сосед, сосед, сосед. Сматывайся, сматывайся от меня. Я боюсь тебя. Так же, причем. Давай. Долетел. Не получилось. Так, там две палатки ломают. Пролез, кстати, ура. Ну, сосед, конечно, хитрый. Я хочу сейчас заработать где-нибудь 1000 долларов, если получится.
Так, первого выгоняем. Попался. Попался. Сосед тоже попался, ура. Тут аж двое ломают, это прибыльно будет. Это будет прибыльно. Сматывайся. Но я соседа, видите, тоже боюсь. Причем нереально. Бам. Недолет. Хрижует. Так, попался. Еще одно поймал. Бам. Да почему не долетают-то? Еще ломают, что ли? Самую главную карусель? А, нет, она просто подсвечена. Или нет? Смотрите, прямо она подсвечена. Они реально ее разламывают. А где, 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 где? Ах ты. Еще вижу, еще. Ничего себе у меня какая работка, смотрите. Я уже несколько километров намотал. Попались. Так, я еще слышу где-то бой просто. Да, тут надо бегать и бегать и бегать. Я, получается... На! Пенальти. Вот они, скорее всего, эти пенальти-то. А, еще один. Третий. Возможно, когда я изгоняю соседа, я тоже получаю за это деньги. Но это не точно. Нигде об этом нельзя узнать. Только если специально опытным путем проверять. Так. Ох ты, рядом, рядом, рядом. Ломают и ломают просто наглую. В идеале бы сохраниться после этого. Бам. Ну-ка, проверяем. Да, немножко времени осталось. Но фонарь все еще светит. Они бегут и бегут. Смотрите, прям на стену лезут. Это уже нам знакомо. Сегодня мы с вами увидим некоторые новые кадры. Вау, какой он страшный. Огоньки вижу, не вижу. Так, спидраннер. Бам, залез. Сосед, смотрим, смотрим. А, вижу палатку вдалеке. Да, он скоростной. Он меня все равно хочет поймать. Бам. Перелетел. Или это просто огонек? Нет, ломают. Просто ломают, смотрите. Давай, 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 успей, 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 успей. Раз. Да куда? Сейчас меня сосед поймает. Все, сосед. А, еще что ли, четвертый? Никого нету. Ёкарный, опасно. Кто здесь был-то? Все, погасло. Так. Где еще горит? Вот, смотрите, красным горит. Но по итогу не горит. А, вон сосед. Где еще разгром? Осталось минуток 10 где-то. У нас, скорее всего, здесь ничего нет. Никаких подарков, да. Сосед, ты попался. Но разработчики молодцы, мне нравится. Сосед кажется просто умным, когда мы на него светим фонариком. Мы даже его просто можем видеть, он сматывается. Так, давай, 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 уже светает. Светает, быстрее, быстрее, быстрее. Смотрите, лезет, лезет. Еще за следующим. За следующими надо больше заработать за раз. Тут можно быть спидраннером, я уверен. Может чуть ли не за один день это все сделать. Сосед. Сосед. Еще, еще, еще ищем параллельно. Там какой-то лазерный луч, но нет. Это явно не так. Ах ты, осталось немножко. Но видите, меня сосед же не ловит. Сосед там, вижу, вижу, вижу. Где еще кто что ломает? Белых людей ищем. И ведь реально. Их специально сделали видимыми. Но потом они явно будут с текстурами. Это пока что явно тестовые люди. Ой, я теряю время, смотрите. Соседяра где-то был. О, вижу. Бам, недолет. Фоткаем. Смотрите. Аж два аттракциона ломают. Увидел в последний момент. Все, конец мне. Отфоткал. Так, резко к следующему. Вон еще бегут. Еще, 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 еще. Где, где, где? Вау. Напряженная игра. Вижу, 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 вижу. Вижу, ломают.
Надо всех успеть поймать. И меня за это дадут вообще... Перегорел, гад. Миллиард долларов дадут, наверное, за это. Ничего себе пророчек был. Случайно попался, смотрите. Но ведь сосед боится и просто меня. Даже если я на него не направляю ничем. Вау. Хотя. Не боится. Так, а сейчас мне дадут возможность. 680 долларов. Go to store давайте. И попробуем сохраниться прямо здесь. Сейф. Так, на что-то сохранился. Сейчас нам нужно 10 канистр. Ну-ка, сколько у меня в руки влезет? А, у меня даже столько денег-то нет. 3, 4, 5, 6, 7, 8. А, уже все. А, у меня денег не хватает. 8 есть. Фонарик можно прикупить? 150 стоит, а у меня 50 только. Ладно, на кассу. Сейчас их понесем. Кстати, у меня фонарика нет, вау. Лучше бы я фонарик купил. Мы их сейчас с вами понесем к чертовому кольцу. И параллельно опять будем ловить людей. Но смотрите, я очень много людей поймал, а мне дали всего 680 долларов. То есть это пока что рандом, что ли? Нам нужно залезть на этот штырь. Либо еще там есть интересненький момент. И у меня просто перегорел фонарь. Меня сосед преследует. Я могу и не на штырь залезать, могу пробраться вот сюда, в тайный проходик. Так, спиной лучше. Ой, не попал. Он там выглядывал, смотрите. Ушел. И пока что в дыру будем это все выбрасывать. Бам. Так, нам насколько хватило-то? Соседа, убегай. 4, похоже. 5. 6. Допустим, 7. Смотрите, могу его перехитрить. Убежал. А почему меня боится? Он побежал в обход. Он подумал, что я в другом месте. Видите, ему мерещится. Бам. Перелет. За деревом стоит. А, вон он. Без фонарика очень плохо. Так, ловим вандалов. Потому что все равно нам нужно деньги зарабатывать. Их очень много, смотрите, просто все громят. Так, ну сосед меня так себе боится. Он, видимо, за радость. Их прям надо ловить в наглую. Так. Так ты-то тоже сматывайся, а вон сосед. Аж по трое ломают. Где? А, это сосед. Вау. Так, подходим. Жестяра. Ура, я быстро очень зарабатываю, так. Спалился. Протиснулся, ура. О, ты бежишь ломать, что ли? Нет, он убегает просто. И заодно смотрим на соседа. Смотрите. Просто на стену залезают. Ну-ка, давайте посмотрим, как он выглядывает. А почему ты так смотришь-то? Да, он явно не рад, что я за ним смотрю. Где-то близко происходит разгром. Так стоит. Прям ломают. Ой, видели? Я залез куда? Я куда-то залез. А вот сейчас уже соседа не вижу. Соседа не вижу, не вижу. А, вот ты где. Так, один человечек идет ломать. Попался. Ловим. Если он вздыхает,
От удивления, значит, я его спалил. А если он просто пробегает мимо, значит, это тот уже, которого я изначально поймал. Попался. Ничего себе, уже много наловил-то. Так, сколько там времени? Не знаю. Еще очень много, смотрите. Удивиться? Удивился. Вот, смотрите, остались миллисекунды. Просто давайте дождемся конца смены. Ура! Сдал смену, считайте. Е, сколько заработал? Ведь я чисто отработал без ловли меня соседом. Ах ты, ну 766. Смотрите, 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 сколько всего. Go to store. Опять сохранимся. Опять на первое, на нулевое. 766. У меня, кстати, деньги те, получается, растаяли. Фонарик. Сколько стоит? 150? 150. Мне надо еще 4 канистры. По крайней мере, их доберем. Раз, два, три, четыре. Все, нам больше канистр не надо. Получается, 2 фонарика берем. Да, потому что предохранитель стоит 500. И лом стоит 500. Все, идем на кассу. Вау. Один фонарик давайте здесь бросим. Если меня сосед поймает, хотя бы мне будет чем светить. Так, 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 так. Бежим к чертовому колесу. Если меня сосед поймает с этим добром, у меня это все отнимут. Попался первый просто случайно. И настолько боятся, что им стыдно, прям видно. Бам, долетел. Здесь нужен разгон. Я залез. Шифтуем. Сейчас все канистры зальем. Так, могу ли я прыгать уже? Давай. Так, долетел. Тоже долетел. Все, сейчас все заправляем, и вы увидите шкалу. Вот, смотрите внимательно. Здесь положение рычажка внизу. Бам. Сместилось левее. Бам. Сместилось. И у нас канистры белеют. Значит, мы их тратим. Так, это фонарик. Где еще канистр? Ничего себе, у меня канистр. Мне кажется, больше, чем надо. И там сосед, кстати, ждет. Шкала поднимается до самого верха. Ах ты, еще одной не хватает. А, вот она. Ура, сосед ждет, конечно, чтобы меня поймать. Все. Мы сейчас можем врубить эту машину, конечно же. Но у нас нет предохранителя. Вау, он не уходит. Это страшновато. Да у нас даже еще одна канистра есть, кстати. Ну-ка, еще дадут. Еще дали залить. Нормально, так меня обхитрили. То есть один с канистр. Давайте посмотрим, где здесь вообще вентили есть. Нам надо влупить эту канистру, а потом пар выключать. Сколько вентилей, смотрите. У нас будут парить вот эти трубы. Но у нас нет предохранителя. Давайте сначала на предохранитель заработаем. Фонарик мы можем с вами выкинуть. Нам он пока не нужен. Бам. Просто бежим изучать карту дальше. И ловить вандалов. Бам. Кстати, а вообще они боятся фонарей или нет? Нам с вами сейчас нужно снова отстоять одну смену. Да, у нас всего один фонарик. Давайте посмотрим. С какого расстояния... А, так они издали могут ловиться, ура. Это уже успех. Сосед тоже этого боится. Я думал, сейчас об палку ударюсь головой. Просто профоткиваем.
все в вандалах, смотрите, все в красных фонариках. Понятно. Боятся они все. И сосед боится, все боятся фонаря. Ничего себе, четверых поймал. Ой, ну соседа зато не вижу. Ну-ка, с какого расстояния уже они работают? Достаточно далеко. Попался. Я могу, конечно, на вагонетке поехать, но я там один способ еще интересный придумал. А справа, видимо, показан мой пульс. Ой-ой-ой-ой. Ес, еле-еле взял. Смотри, там человек стоит. А что он там стоит-то? Смотри, просто стоит. Как будто бы ждал сообщника. Ах ты! Это жестяра какая-то. Да, меня поймал он. Сколько дадут? 593. Вот что значит, меня поймал сосед. За одним предохранителем идем. Сейчас будет просто все на риске. Бежим к кассам. Сейчас побежим с предохранителем и фонариком. Вау, рисковать, проходить игру. Я уверен, что нужен один предохранитель. Потому что я реально у ракеты уже был. Фонарик мне нужен. Тут должен быть некий спидран. Я так понимаю. Вот я сейчас нажму реально. Вот на этот рычаг. Начнут парить вентили. И все, которые парят, должны быть мной перекрыты. Сейчас пробуем. Хочу успеть. Бам. Парит. Витя следующий тот запарил. Быстро к нему. Жестяра. То есть сейчас мне нужно будет вот сюда бежать. И прогонять соседа. Давай беги быстрее. Беги, 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 беги. Обратно возвращаемся. Да беги ты отсюда. Быстрее, 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 быстрее. Так беги. Мне нужно залезть опять на белую палку. Мне уже не важны эти люди даже. Быстро, быстро, быстро. Смотрите, представляете себе, что нужно сделать? Это чтобы лом не покупать. Вау. Сейчас бежим к аппарату. Надеюсь, здесь все парит. Ищем, что парит. Так, что-то должно парить. Видите, прикол. Я ж перекрыл тебя. А все, что ли? Я не вижу, чтобы что-то парило. Еще раз, что ли? Не достаю, не достаю, не достаю. То есть нам так и так нужен лом, получается. Вау. Ой, фонарик-то не так бросаем. Выключаем. Убежал он. То есть я сейчас все равно должен копить на лом. Ёкарный поймал где-то здесь. Такое ощущение, что он меня хотел поймать. Самое сложное место в игре. Я почему-то все разы на изи прошел. То есть я сейчас должен отбить доску и запустить механизм. Давай. Долетел. Я хочу вот здесь перепрыгнуть. И дальше уже вам все покажу. Так, у меня есть фонарик-то. Да, фонарик есть, ура. Могу если что отгонять. А как? Смотрите. Как его отгонять? Надо, чтобы фонарик смотрел сюда на проход, видимо.
Так, и... И что это все? У меня лом не отняли. И фонарик почему-то. Не понимаю, как так. Уже 150 ударов в минуту. Все, раз я доски отстегнул, и у меня почему-то не забрали ни лом, ни фонарик, я сейчас король здесь. Но, возможно, я не успею это все проделать. Ой. Сматывайся, сматывайся. Витя парит. Дальше парит. Все уже, видите, дальше. Так, убегай. Я ж тебя поймал. Запустил, что ли? Слышите звук? Да сбегай ты уже отсюда. Так, выйди отсюда. Давай. Я не через вагонетку пойду. Через другое место. Давай, долетай. Есть, долетел. К ракете. Быстрее, 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 быстрее. Вот ракета здесь. В воздухе просто меняем. Поставили, смотрите. Рычаг и кнопку. Все закрутил. Я это сделал, не катаясь на вагонетке. Фантастика, мы что там сломали, смотрите. Я это сделал. Просто наобум рискнул. И у нас свет зажегся в доме. Я декорации сломал, которые у нас до этого сосед ломал. С помощью взрыва. Вау. Вот это было прохождение. То есть получилось не ехать на вагонетке. В одном из видео я вам покажу все-таки, как едет у нас вагонетка. Раз теперь я смог пройти игру. Давайте мы на этом видео закончим. У нас получилось грандиозное прохождение игры. Всем спасибо за просмотр. Оцените его лайками. Обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока. Another glass and I am going places. Makes me laugh above the eye.